Кукусики. Сейчас мы накрасим эту морду, лицо, и будем идти в центр города фотографироваться, гулять и лишаться головной боли. Платье у меня уже высохло, висит. Все готово. Осталось только сделать себя человеком. Ну вот. Да, я так и пойду. Короче, в колготки я не влезла. Четверочка, но она какая-то маломерная. Поэтому я одела джинсы. И в джинсах пойду. Вот так вот. Да притом на улице ветрено. Поэтому... Это, конечно, куда-то плести. Пускай так. Я одену шапку. Будет так, типа. О! Это, наверное, какие-то магнитные бури, что у меня так головная боль. Поела, вроде чуть отпустила. Но не сильно. Ну, короче, вы поняли, в шапке. Такая. Короче, джинсы постирала, они высохли за ночь. Так еле в них влезла. Очень туго. Конечно. Все, пойдем отмечать 8 марта. Можно так завязать, кстати. Да, я, может, так подколю. А то как-то не очень, что они длиннее всех. Все, до вечера. Бим-бим-бим-бим. Чтобы никого не снимать, так вот так. Ноги. Ваш выклик, чтоб не выклик. Ваш выклик не выклик. Та дорога на Київ. Это въезд в Чернігово, дорога на Київ. Можно было вот тут сесть на лавочке. Не, вообще, говорю, можно было тут этой
и похавать. А я думала сюда, но можешь давай бежать куда попроще. Угу. А тут прикольно, села и смотри. Еще ботёнка. Барсик, и куда ты там посмотрел, скажи мне, пожалуйста. Привет. Короче, сходила я с кумой и ее детьми. Так классно прогулялись. Пошли в Макдональдс, поели, ну, купили еды, потом пошли там на лавочку, разложили, все поели. Ох, вот начала снимать и сразу зевота. Короче, такая сегодня теплота была. У нас в Чернигове 16 градусов тепла, представляете? Короче, вообще, вот то, может, и на мозги давило, что резкий перепад. Вчера был минус 6 мороза, а сегодня 16 тепла. Офигеть, да? Конечно, будут головы болеть. Почитала комментарии, там многие пишут, что голова болела, и ни у одной меня. Скорее всего, что это перепад климат, ну, погоде. А, еще кто-то спрашивал, где комментарии. Комментарии проходят мою модерацию все. То есть, если я не была дома, соответственно, я не могла их прочитать и добавить, одобрить. Все проходят одобрение, модерацию, чтобы, ну, мне так удобно, честно говоря. Сегодня вычитала у одного блогера, что, ну, это семейный канал, что у них закрыли комментарии, потому что было много плохих комментариев. И, скорее всего, когда вот начинают между собой ругаться люди, то этот срач появляется. И люди начинают, допустим, пожаловаться на комментарии. Эти жалобы все отправляют... Это я так думаю, я не знаю. Эти жалобы все отправляются Ютубу. Ютуб анализирует, что ага, под роликом много жалоб, так, друг на друга, комментарии между собой. И закрывают комментарии совсем. Ну, они, YouTube не может их чистить, удалять. Поэтому, если блогер не делает чистку, и там настоящий черти шо сбоку бантик, ну, YouTube начинает, ну, я так думаю, закрывать, чтобы меньше было вот этого бедлама. Ну, а вообще не знаю. Там дети на этом канале есть. Может быть, за детей. Поэтому так. Короче, мы пошли. Взяли с собой. У меня было... Блин. Надо выровняться. Тогда не буду зевать. Взяли, короче, с собой настойки. И мы взяли кока-колу. Вылили у меня тут кока-колу в миску. У меня целый тазик кока-колы. Я теперь, знаете, как беру... Подойду, отсербну. Тазик. А что, прикольная кока-кола. И, короче, мы в бутылке из-под кока-колы налили этой настоянки немецкой. Ходили себе, у меня, кстати, еще есть там немного, где-то в бутылке. И так классно, вот сейчас отходит вот эта настоянка алкогольная, начинает снова тут где-то что-то. Но выпиваешь, и сразу так хорошо, все, ничего не болит. А я парилась, таблетки пила, надо пухать. Настойку я, кстати, забыла название. Сейчас вам покажу, как она у меня. Вот в такой сумочке. Это для штатива сумочка.
Сейчас я вас поставлю. Во. И мы, короче, потому что так же нельзя пить в городе. А в бутылке из-под кока-колы ее вообще непонятно, что это. Кола это, настойка это. Ну, то есть, поняли, какая система? Сейчас надо глотануть еще. Крепковастая кола. И, короче, так классно. Нафоткались. Я, наверное, в это видео фото добавлю. Погуляли. Такая погода, я же говорю, что вообще тепло. Вот выпиваю глоток, все, сразу все снимает, обезболивает. Но много нельзя. И курить нельзя, потому что будет тоже плохо. И может тошнить, и все что угодно. Так что такие прогулки у нас. Там немного снимала, но не сильно. Так, чуть-чуть. Так классно согревает горло, сразу согревает. Короче, не знаю, может еще в воскресенье пойдем. Так подумали на шашлыки, чтобы что-то пожарить, в лес пойти. У нас там недалеко лес, на Мастанах есть. Хотим, короче. А как оно получится? Если будет дождь, конечно же, никто не пойдет. Так что такие то дела. Смотрю, сколько я наснимала. Нормально. А то, получается, обеднее видео было больше частей, но у меня почему-то приложение InShot перестало конвертировать, ну, редактировать типа видео. А у меня уже не было времени ждать. Поэтому я загрузила вот это 4-минутное видео и думаю, ну, ладно, хватит. Будет одна только реклама, но ничего страшного. Как-то уже ж переживу, что делать. Времени нету. Уже должна была подъехать. Мои гости подъехать. О, сразу обезболила. Глоток сделала, только на сон клонит. А сейчас же ляжу спать. И думаете, я буду спать? Фигушки. Все равно не смогу спать. Ходила я в джинсах и в курточке. Желтой моей. Она, конечно, очень уже в общетную мне. Ну, я потолстела конкретно. Ну, что ж ты зробишь? Пока так. Ничего не поробишь. Потому что дома сидевший и евший все, что хотевший. Евший все, что хотевший. Вот это так разморило. Только включила камеру, сразу все. Вот ложись и спи. Надо включать камеру, короче, и... рассказывать, один глаз открыла, что-то еще рассказала, дальше заснула. А вообще так в городе нехило так людей. В этом прикольно, мне понравилось в Макдональдсе. Я не снимала, конечно, там, но там такая система, так лучше стало. Подходишь, сам себе заказываешь, карточкой рассчитываешься на этом меню, на табло. Их очень там много этих табло, где можно заказать самому и рассчитаться карточкой, либо на кассе, ну, на кассе, короче. Ну, тут заказать, а на кассе рассчитаться. И выбираешь с собой или на месте. И, короче, все, выбираешь количество, что ты заказываешь. И тебе дается номерок, и буквально в течение 10 минут мы получили свой заказ, хотя было людей много. То есть офигенно разгрузило вот это вот. Очередей нету таких, как раньше были. Не знаю, как в Киеве сейчас сделали. Я надеюсь, что тоже так. Я очень надеюсь, типа, мне так надо. Но прикольно. Мне понравилось. Меню стоит 89 гривен. Ну, там, типа, вот это котлета, это чизбургер, по-моему. И, кстати, ее делают с настоящей, типа, с курицей. Раньше была вот такая химическая смесь непонятная, типа, котлета. А теперь наггетсы, типа, вот знаете, наггетсы. Вот эта курица спрессована. И потом картошка фри и кола большая. Кстати, очень большая, ее выпить просто нереально. Ну, они-то ее с водой, со льдом, наверное, разбавляют, но большая. И мы так классно
прошлись, пофотографировали, погуляли, посидели, подышали свежим воздухом. О-хо-хо. И приперлись домой. Вот так вот. Так что все. Засыпаю. Глаза уже один влево, другой вправо. Та еще, я же говорю, хоп, я понимаю теперь вот этих иностранцев, которые не бухают сильно. Они вот с фляжечкой. С фляжечкой, это глоточек, еще раз глоточек. Ну, это ходит себе и не пьяный, и не трезвый. Обалденно. Так можно пить бесконечно. Это тут, короче, была бутылка, не знаю, наверное, пол-литровая. Мы ее разделили на два. И вот это я столько отпила, ну, даже полбутылки не. И так классно. А то понятно, выпиваем, короче, по пол-литра на лицо. А потом, ой, что-то мне плохо, ой, что-то тяжело. А чё ж тебе тяжело, деточка? Плохой алкоголь. Меньше надо, блин, бухать. Так и будет все нормально. Вот так вот. Все, друзья. На этом 8 марта объявляю закрытым. И что нам следующее там? 31 марта. Выборы. Выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня. Короче, ну это такой праздник, как бы не праздник. Выборы. 1 апреля. Никому не веря. Ну, там дальше, я не знаю, 1 мая, 9 мая. Да. Все, ладно. Что-то спать хочу, сейчас, наверное, упаду. Вот прямо упаду, вот так вот, чтобы заснуть, не буду ни свет выключать, ничего, тогда я засну. Если я нормально ляжу под одеяло, тогда, короче, фиг я засну. А если вот так вот упасть, организм сразу отрубается. Ну, посмотрим. Все тогда. Всем спасибо за поздравления. Всех еще раз с 8 марта. Всех женщин, мужчин, если вы считаете, что вы женщина. И до завтра.